компания пришла на проблемы своей семьи, на проблемы мужа. Гинекологическая операция, через несколько месяцев инсульт, остановка сердца, кардиостимулятор. Подруга сказала, что есть возможность помочь, уже тут как бы искать не будешь где и чего, предложили, надо брать и пробовать. Спасибо, доктор расписал, какие дрожжи, в какое время принимать, даже в отдельные дрожжи, даже по часам расписали. Много, почти все регулярно, значит, принимали. Вот в течение 3 месяцев результат. Каждые 3 месяца онкологическим больным делают анализ крови с маркерами на онкологию. Тут-ту-ту, забыл, через какое плечо, через это и через деревяшки, значит, результаты показывают отсутствие вот этих клеток. Да, онкомаркеров. Вот. Значит, по поводу инсульта речь восстановилась, занимается уже даже мелкими хозяйственными делами. Единственное, немножко с памятью, но вот вчера получила брейн, думаю, будет лучше. А проблема с памятью такая была. Спрашивали, как себя чувствуешь, да вот плечо болит и коленка болит, как всегда. Я сконкретизировала, у тебя вчера болело плечо? Нет. А коленка болела? Нет. А позавчера болело? Нет. А когда болела? А я не помню. Вот я думаю, брейн с памятью поможет тебе. Так как большое благодарность. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.